Мы не начнем заседание Хабаровской думы, пока не приведем в соответствие это распоряжение. Значит, уважаемые коллеги, у нас приглашенных 22 человека, депутатов присутствует 26. 48 – это должно присутствовать столько людей, которые по соответствии с распорядком. Значит, остальные это пришли без приглашения. Прошу освободить зал. Кто у нас в списке из приглашенных? Пресса, значит, с ЛДПР. Суклита Владимир Иванович, 6 ТВ, тоже есть. Хабаровское телевидение, оператор, тоже прошу удалиться. Да, Михаил Викторович, вот что случилось, почему нашу съемочную группу не пустили на очередное 13-е заседание городской думы? На самом деле это не мое решение, это решение, прежде всего, президента Российской Федерации, значит, губернатора Хабаровского края, мэра города Хабаровска, его заместителей, которые ограничили количество людей при посещении коллективных мероприятий, в том числе заседания Хабаровской городской думы. Здесь нет никаких критериев, к Хабаровской студии телевидения мы относимся одинаково и объективно, как к любому источнику информации.